Рад приветствовать вас в столице Беларуси. С этого момента официально начинается ваша дипломатическая миссия в нашей стране, которая всегда открыта для конструктивного международного сотрудничества. Беларусь намерена всегда быть надежным и последовательным партнером представляемых вами государств. Уверен, что ваша дипломатическая миссия послужит углублению и расширению наших связей, поможет найти новые фрагменты взаимодействия. Уважаемые господа, я искренне желаю вам успеха в выполнении ответственной и благородной миссии. Со стороны руководства Беларуси, белорусских министерств, учреждений, правительства нашего, вы получите всяческую поддержку, всю ту поддержку, которую вы желаете. Я заверяю вас, что отношения с государствами, которые вы представляете, будут и дальше строиться на основе дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и делового партнерства. Успехов вам, удачи!